Послушайте, ведь если звезды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно. Сегодня мы побеседуем с известным астрологом Сьюзен Миллер и узнаем, кому это нужно и как это использовать в своих целях. Имя американского астролога Сьюзен Миллер известно десяткам миллионов жителей нашей планеты. Ее гороскопы, публикуемые на сайте Зоны Астрологии, очень многие находят настолько правдивыми, что только после прочтения гороскопов Сьюзен делают крупные покупки, отправляются на прием к врачам и принимают предложения о работе. Как получается, что гороскоп рассчитывают сразу на очень широкие группы? Например, прогнозируется что-то хорошее всем стрельцам или рыбам. Обычно в своих прогнозах я уточняю, что они окажут особое влияние на тех, чей день рождения приходится на такой-то промежуток, плюс-минус 5 дней. И многие говорят, что предсказания оказываются очень правдивыми. Я открыла свой веб-сайт в 1995 году. Представляете? Это были первые дни интернета. Это были самые ранние дни интернета. Я была своеобразным первооткрывателем. Теперь я обожаю общаться с аудиторией через Твиттер. Мой аккаунт Astrology Zone в Твиттере очень популярен. Это просто волшебство. Совсем недавно я просила подписчиков рассказать мне, насколько сложным для них был период полной луны в январе. И буквально за 3 часа я получила 2000 ответов. Люди настолько охотно делились своим опытом, просто невероятно. Большинство ответов подтвердило правильность моих предсказаний. Я очень внимательно прошла все отклики. Правда, несколько человек написали, что в тот период у них было все хорошо. Я думаю, что это связано с особенностями их индивидуальных карт. Я не могу их увидеть, поскольку у меня нет их точных данных. Для большей точности астрологических гороскопов я рекомендую читать не только гороскоп своего знака зодиака, но также и восходящего. Многие спрашивают, а что это такое восходящий знак? Отвечаю, это знак, который появляется на востоке в момент вашего рождения и напрямую связан с точным временем вашего появления на свет. Например, в 6:03 утра. Этот знак, как и знак зодиака, никогда не меняется и тоже оказывает свое влияние. Поэтому полезно читать не только гороскоп своего знака зодиака, но также и соответствующий восходящему знаку. Вы очень популярны в России. Да, на прошлой неделе я оказалась в лифте с одной дамой. Дело было в Нью-Йорке. Это лето очень холодное, и в тот день я даже была в пальто. Я нажала на кнопку своего этажа, самого верхнего, и дама тоже ехала на тот же этаж. Я посетовала ей на погоду. Так холодно сегодня. А она в ответ, ну не настолько холодно, как в моей стране. На вопрос, откуда она ответила, что из России. Ух ты, это так необычно, я бы хотела туда съездить, воскликнула я. А она посмотрела на меня в упор и говорит, вам понравится. В России ваши гороскопы читают все. Меня очень ошеломило то, что она знала, кто я. Благодаря вам многие узнали о негативном влиянии ретроградного Меркурия. О, да, это очень важно. Только теперь на ретроградный Меркурий пытаются валить все неурядицы. Что такое ретроградный Меркурий? Каждая планета правит балом в определенной сфере. Для Меркурия это ясность коммуникации, чтобы все было понятно и не было недопониманий. Когда Меркурий находится в ретрограде, по сути в спячке, его магическое воздействие ослабевает. В результате возникают недоразумения. Случается такое, как, например, мои друзья пришли на встречу со мной в ресторан с одинаковым названием, но расположенным в другом конце города. Возникают недопонимания и в любви. И это ужасно, потому что мы начинаем расстраиваться из-за того, что неправильно поняли друг друга или что-то там додумали за других. Поэтому не стоит подписывать никакие контракты в период ретроградного Меркурия или же принимать предложений о новой работе. Потому что описание ваших обязанностей и условия, скорее всего, очень сильно изменятся. Причем, вероятнее всего, не в вашу пользу. Это касается также договора об аренде или покупки недвижимости. В этот период во время путешествий приходится ожидать всяких происшествий. Поэтому стоит все бронировать
внимательно. Вещи теряются. Вот я, к примеру, перед сном снимаю свои сережки. И знаете, как неприятно, когда ты уже мысленно подобрала сережки к определенному наряду, а потом понимаешь, что одна из них потерялась. Есть исключение из правила о том, что нельзя принимать предложение о работе во время ретроградного Меркурия. Если оно исходит от кого-то, с кем вы уже раньше работали, то есть вас приглашают вернуться. Так что получается, что вы начинаете не новые отношения, а продолжаете старые. Причем они должны иметь какую-то историю, а не так, как иногда мои читатели спрашивают: «А что, если мы встретились за месяц до ретроградного Меркурия?» Нет, это не считается. А что с путешествиями? Я бы сказала, что особых проблем ожидать не стоит. Особенно, если вы едете в места, где вы, к примеру, выросли, или где вы уже были много лет назад. Скажем, в Европу, где вы учились. Но не обязательно. В этот период стоит ожидать задержек рейсов, хаоса на регистрации в аэропорту и всякие подобные явления. British Airways недавно был ужасный компьютерный сбой, как раз во время последнего ретроградного Меркурия. А что делать, когда в прогнозе одному знаку обещают романтические приключения, а у человека уже есть счастливая пара? Это означает, что они станут еще ближе друг к другу. А может быть, этот период принесет и приятные семейные события, например, рождение детей. То есть произойдет что-то, что вас сблизит. Что нас ждет в августе? Март, апрель и май в этом году были сложными. Зато сейчас у нас все дороги открыты. В августе нас ожидает два затмения. 7 и 21. В знаке Водолея и знаке Льва. Эти явления не несут нам драм. Мне кажется, мои читатели опасаются затмений, ведь несколько последних были ужасно неприятными. Я имею в виду разводы, увольнения, болезни. Но эти два дадут хороший импульс для быстрого движения вперед. Приведу вам такой пример. Мария 12 лет работала на одном и том же месте, без повышения зарплаты. Усердно трудилась. И вот на нее высшие силы смотрят и говорят: надо бы ее с этой работы убрать. И это произойдет. В результате Мария в слезах проведет несколько дней, потому что она не знает, чем платить за квартиру и все такое. Но уже через 2 месяца она получит невероятно классную работу. Поэтому иногда кажется, что мир рухнул. Но это вовсе не так, если планеты благоволят вам. Несмотря на то, что каждый из нас уникален, в ретроградный Меркурий нужно быть осторожными всем, начиная от овнов и заканчивая рыбами. Тем не менее, не стоит забывать, что звездная математика — наука неточная.